Калужские оперативники вернули Медынской районной больнице похищенный у нее автомобиль скорой помощи. Машина была похищена ночью 30 октября. Вычислить преступников по спутниковой системе слежения не представлялось возможным, так как она находилась в нерабочем состоянии. Несмотря на то, что система спутниковой навигации в скорой помощи находилась в нерабочем состоянии, полицейским уже через 2 часа удалось выйти на след похищенного транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в Шаховском районе Московской области, куда он успел доехать на похищенной автомашине. Подозреваемый оказался житель Шаховского района 1995 года рождения. Спецавтомобиль он, с его слов, хотел разукомплектовать и продать на запчасти. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по пункту В части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в крупном размере. По этой статье фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования полиция проводит проверку задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.